рассада калибраха Акалита Черри Редморн больше всего любит солнечные террасы или балконы на юго-восточной или южной стороне. Нуждается в регулярных поливах, но допускать переувлажнение не рекомендуется. Зацветает в июне. Цветы не превышают в диаметре 2,5-3 см, но их размер полностью компенсируется количеством. Ведь в период цветения куст полностью усыпан бутонами, которые даже скрывают зеленые листочки. Окраска многочисленных лепестков насыщенно красная. Калибраха Акалита Черри Редморн — это травянистые. Окраска цветка красная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.